Привет всем! Сегодня 17 числа, завтра 18, мое день рождения. К сожалению, у меня никаких мероприятий не будет, у меня друзей тут-то нету. Так что не ожидайте их там каких-то видео или фотографий особенных. Я даже, честное слово, не знаю, если в субботу ко мне приедет брат с его семьей или нет, я им высылал как будто вопрос или приглашение. Но я не понял, если кто-то приедет или нет. Я сегодня уже порезал себе нам с мамой это куча салата оливье. Мы будем делать шубу. Потом сметанник, торт сметанник, наверное. Чесночину, знаете, просто что яйца вареные и чеснок и майонез. Я не знаю, как оно правильно называется. Чесночина вроде. Я просто хотел сказать, что если вы интересуетесь чем-то помочь, я поставлю ссылку в описании, где вы можете на Amazon Wishlist купить очень нужные вещи, что нам заказывают добровольцы, которые служат на войне, которые воюют с первых дней войны. Вещи, которые им очень нужны. Я их поставил на Wishlist. Я поставлю ссылочку, если вы можете там что-то купить, пожалуйста, сделайте это, как только мы получим, и мы будем складывать посылку и высылать. Мы только что 2 недели назад выслали еще одну посылку, мне кажется, там было, я плохо перевожу эти американские паунды на килограммы. Значит, килограмм это вроде 2,2 паунда или где-то так, мне кажется. Ну, где-то 25 килограмм посылку мы выслали. Так что, но у них очень много вещей, в которых они нуждаются. Так что я поставлю ссылочку, если получается. Если вы можете позволить помочь, пожалуйста, я буду очень доволен, благодарен. Все, желаю всего хорошего. Теперь я по-английски. Hi guys, so tomorrow, the 18th, is my birthday. I'm not going to be doing anything special. I don't have any parties planned or, you know, anything extravagant. Don't expect any photos or videos or anything like that, but I wanted to mention that I will be adding a link to the bio or to the description, to a special Amazon wish list that I made for items that our volunteer soldiers are needing in East Ukraine, just items that are difficult to obtain, too expensive to obtain over there, or just, you know, things that, you know, they don't have the opportunity to go shopping, and volunteers can only do so much over there. So I have a list made. If you can help by buying something off the list, it would be fantastic, much appreciated by me and them. I'm going to leave that link in the description. Thank you very much. Have a good day. Bye.